Приветствую всех на канале, на ремонте iPhone 7 Plus. Телефончик не включается. Значит, со слов клиента, сейчас из руководительной записки. Стоял ночь на зарядке, перестал включаться. Значит, было обнаружено, что у него по первичке короткое замыкание и под микроскопом видны следы коррозии. Также упоминалось, что периодически плохо работает сенсор. Значит, по включению у него короткое замыкание по плате. Сейчас будем с помощью тепловизора определять, где. И, соответственно, попробуем это устранить. И по тачскрину я вижу, есть коррозия в районе контроллеров, отвечающие за тачскрин. Сейчас скажу конкретно, где. Есть коррозия на FL3909 и на конденсаторе C3713. Но мы их просто заменим, так как они коррозированы. Сейчас будем именно искать короткое замыкание по плате. Значит, тепловизор настроил. Картинку можем наблюдать. Пробуем подать питание на плату и посмотреть, что греется. 1 вольт на блоке питания по лабораторному, он уходит практически в ноль. Для более точной информации можно питание подавать пульсациями, чтобы определить, где. Вот он, наш конденсатор, вверху на плате греется сильно. Давайте отключим питание и пульсациями подаем. Есть обнаружен конденсатор, который стоит по цепи питания как раз в DDMine. Сейчас посмотрим на него под микроскопом, на его состояние, удалим его и поставим новый. И посмотрим, включится аппарат или нет. Так, переходим к микроскопу. Так, вот он, конденсатор, который наш виновник. И покажу причину, почему глючит тачскрин. Видите, вот здесь коррозия и вот здесь коррозия. Вот это фейлка. Фейлку как бы не обязательно трогать, ее просто пропаем, а конденсатор вот этот заменим. Он идет у нас вот на эту микросхему, в ее цепи, соответственно, его под замену. Так, давайте плату зажмем в держак. И удаляем конденсатор. Можно почистить предварительно феном. Добавляем капельку флюса и с помощью паяльника снимаем. Не стоит перегревать, с обратной стороны, по-моему, сборка стоит. Туда феном советую вообще не лезть, чтобы ее не угреть. И подлезть паяльником тут, в принципе, достаточно легко. В общем, я его убираю. Мы уверены на 100%, что у нас неисправен, так как тепловизор на него только реагирует, и он в коррозии. Зачищаем место.
Второй также под замену, как видите, на нем оболочка тоже лопнутая, поврежденная, так что снимаем и его. Так, ищем подходящий донор, ставим два новых конденсатора. Давайте сразу подготовим вот этот, так как я его однозначно под замену. Также снимем его паяльником. У нас идет на тачскрин, периодически он глючит, поэтому вот этот кондер подгнивший также удаляем. АФЛ-ку рядом, которая, пропаиваем. Здесь немножко помогу феном, так как тут угреть ничего невозможно. С этой стороны важных компонентов нету. Фен 245 градусов на маленьком обдуве. Фейлку эту тоже меняю, она мне не нравится. Нет, не меняю, нормально. С одной стороны, немножко она непригодно выглядит, с другой стороны, чистенькая. Так, все-таки поменяю. С одной стороны она черная, микроскоп это хорошо видно под цифровым, не особо это будет наблюдаться. Убираем ее тоже, ставим новую. Хуже не будет. Так, сейчас подбираю донора. Так, есть 7+. С него и снимем.
пока просто наживляю, снимаем. Так, теперь меняем вот эти два кондера. Сразу шлифуем. Начинаем с менее удобного, это внутренний. Можно сразу два вот так сделать. Так, на 300 градусах не поддается, я его дальше жарить не хочу, потому что с обратной стороны тоже микросхема, а теплата более-менее живая. Поднимем его с
помощью паяльника. Этот пока сюда, в сторонку. Теперь фен. Так, снимаем с держака и чистим. Проверим, чтобы ничего не замыкало. Так, тут все норм. Попробуем включить. Отключим сейчас VDDMain от этого пункта. Так, это у нас 7+, надо экран 7+. Плюс, ну, думаю, подойдет.
Короткого по первичке нету. На краткое нажатие реагирует. Пробуем загрузить. Есть, яблоко появилось. Картинка есть, аппарат включился, пишет нет сим-карты, это говорит о том, что он работает, модем работает, аппарат включился. Ребут от блока питания, это нормально. В принципе, на этом все. Был у меня не телефон, а именно плата на ремонте от подписчика. Все, на это видео завершаем. Всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь. Удачи всем в работе.